Секретная миссия спасти овцу. Ребят, хотите узнать, насколько я упоротая? Давайте узнаем, насколько я упоротая. Долгие поиски Цири привели Геральта к мысли, что ключом к разгадке тайны послужит Ума, самый отвратительный человек на свете, над которым тяготело загадочное проклятие. Ну хорошо. Ну, овца, пошла, пошла. Беги, Мия, беги! Иди, порезвись. Ты заслужила. Атака! Иди, порезвись, овца, ты заслужила. А? Я считаю, это личная победа. Все для тебя. Я пошел. Могли бы ачивку. Да, было бы, кстати, прикольно, если бы они действительно дали ачивку. Типа человек пожалел животное, решил переиграть и дали бы какую-нибудь, типа, прикольную ачивку. Живи овца там. Без жертв там. Что-нибудь такое. На что ты уставился? Теперь обратно ее видит? Так, овца, тебя теперь... Да какая... Ой, она за мной, ты моя хорошая! Пойдем. Мия, пойдем домой. Мия, пойдем. Пойдем скорее. Пошли скорее, а то там волки. Мия, Мия. Домой, моя хорошая. Ищи приключения где-нибудь еще. Тетка, отстань, у нас тут... Мы овечку домой ведем. Пойдем, пойдем домой, пойдем скорее, 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 скорее. Скорее, скорее, все, я довела ее. Геральт, убийца великана. Изнутри разрывает. Цып, 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 цып. Я уже была. Говорят, что травы больше ничем не помогут. Что только молитва остается. И ты молишься? Я молилась, пойдем, пойдем, когда Яры бросил меня. Когда мама была больна. Когда овцы подыхали. А теперь... Приблуда. Миечка, пойдем скорее домой. Пойдем, пойдем, я отведу тебя. Пойдем, моя хорошая, пойдем. Ой-ой-ой, ты
призрак из Мёрхаба? Я привела ещё тому. Ну ты как? Ты поможешь с драконом, нет? Я все решил. Я решил вашу проблему. И что? Только и всего. Расскажи побольше. Спасибо, Стар. Дракон пламенем пыхал, а я там плевался. Да, да, чешуя у него была золотая, и дым у него из пасти валил, как из трубы. Ровно как в песнях скальдов. Ты заслужил награду. Не будем разочаровывать дедушку. Я руку принцессы, но мне достаточно денег. У нас есть уже одна принцесса, и зовут ее Мия. Все, я пошел. Никогда не забуду, что ты для нас сделал. Надо, чтобы овца от меня отвязалась, а то мало ли. За мной пойдет, ну нафиг. Увяжется сейчас, а у меня там такие жуткие дела. Все, все, овечка Мия, живи. Живи долго и счастливо, а мы пошли. Пошли. Ты да молодец, спасибо. Ты чужа, думай, куда идешь. Да, Йен, прости, теперь у нас есть Мия. Такие вот добрые ребят, я не могу. Вечно дева, мать и старуха. Прям прелесть.